27 августа около 8 утра на пересечении улиц Притыцкого и Нефтестроителей произошло дорожно-транспортное происшествие. В автомобиль Nissan на скорости влетел юный велосипедист. 13-летнего спортсмена спасла экипировка. Мальчик отделался ссадинами и ушибами. Определить, кто прав, а кто виноват, помогла запись камеры наблюдения, где отчетливо видно. Nissan только начинает движение на разрешающий сигнал светофора, как в него врезается велосипедист. Мальчик хотел проскочить перекресток за своим товарищем. Изучив данную видеозапись, было установлено, что велосипедист двигался на запрещающий красный сигнал светофора, а водитель легкового автомобиля начинал движение на разрешающий сигнал светофора. Таким образом, произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке. Ну, в данном ДТП велосипедист серьезных телесных повреждений не получил, ввиду того, что был, находился в экипировке. Согласно правилам дорожного движения, велосипедисту разрешается двигаться по тротуарам, обочинам. Если такие элементы отсутствуют, то по краю проезжей части, но не далее 1 метра от края проезжей части, по правой стороне. В ГАИ напоминают, велосипедисты должны выезжать на проезжую часть только в исключительных случаях, когда нет другого выхода. Почему мальчик ехал по дороге, предстоит выяснить инспекторам по делам несовершеннолетних. Они сейчас проводят свою проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.